квинтет под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Thank you.
ведущий, дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо большое. Спасибо за ваши аплодисменты, улыбки, маски. И вообще все, что вы здесь пришли. Всем здоровья, всем хорошего настроения. Очень приятно, что вновь мы в Вологде. И блюз на веранде является одним из лучших фестивалей в мире. Так что благодарим Катерину, Колесу и Виктора за все их деяния, веру в то, что никакой вирус не сломает веранду и блюз на ней, который расположился очень крепко, цепился в веранду и никогда не уйдет. Ну и мы, конечно, тоже очень счастливы, и для нас это важный фестиваль. Имея в своем названии блюз, мы всегда пытаемся найти новые блюзы, которые мы давно не играли или никогда не играли, или играть никогда не будем. Но сегодня мы сыграли Basin Street Blues, один из шедевров музыки. И это не то, что когда-то был новоорлеанский джаз, играл его только Луи Армстронг и все великие представители новоорлеанского джаза и Диксиленда. Впервые я услышал эту композицию в исполнении ленинградского Диксиленда, а потом уже в исполнении Луи Армстронга, а потом в исполнении Майлза Дэвиса на пластинке «Seven Steps to Heaven». И, ну, понимаете, если Майлз Дэвис играет, то нам тоже можно. Играл, поэтому мы начали свое выступление с Basin Street Blues. А сейчас мы сыграем композицию, которая недавно вошла в наш репертуарный лист. Лист. Ференц. Или композиция Евгения Побожьего, которая называется «Вердикт». Мы для вас ее сыграем. Евгений Побожий – победитель международного главного джазового конкурса планеты, победитель конкурса Херби Хэнкока. И вот он благодаря этому написал эту композицию. Поэтому мы ее с удовольствием для вас сыграем. Вердикт Евгений Побожий. Thank you.
Эдуард Зизак, барабаны. Конечно же, Евгений Побожий, композитор. Олег Аккуратов, фортепиано, дорогие друзья. Олег Аккуратов. И Сергей Корчагин, контрабас.
Thank you.
have a song that Road Rip has never made. Things go wrong with a man, he's got a friend without a song. That field of gold, never see him plow the fields of gold. We deserve it now. Спасибо большое. Олег Акуратов. Вокал. Песня называлась «Без песни». Without a song. Без песни невозможно жить. Поэтому мы споем еще одну песню. Олег споет. Если бы мы могли спеть, мы бы тоже спели. Но, как говорится, жребий выпал на Олега Акуратова. Мы сегодня, мы каждый раз бросаем жребий, кто будет петь у нас в концерте. И каждый раз побеждает Олег Акуратов. Oh, yes. И мы споем песню, которая называется «Дитя природы». Песня называется «Nature Boy» по-английски, по-русски «Дитя природы». Мы иногда называем это «Мальчик». «Nature Boy» – «Мальчик натурал». Но это сейчас это не актуально. Вот, поэтому Женя по-божьи смеется, но правильно делает. Потому что это смешно. Итак, и эту песню пел и первый, конечно, спел Нэт Кинг Коул, потом Фрэнк Синатра, Джордж Бенсон, кто там еще? Лев Лещенко. Муслим Магомаев. Ну и вот сейчас Олег Акуратов перехватил палочку эстафеты. Эстафетную палочку мальчика природы. Yes. Strange enchanted boy, they say he traveled very far over land and sea. Little shy and sad of eye, but very wise was he. Passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest joy you ever learned, it's just to love and be certain strange and naked.
Аккуратов. Евгений Побожий, гитара. Сергей Корчагин, контрабас. Эдуард Зизак, барабаны.
I see you through the smoke. Without you, my misery. I see you through the smoke.
I see you through the smoke. Спасибо за ваши аплодисменты. Блюз на веранде. Лучший блюз на лучшей веранде в мире. Еще раз большое спасибо. На барабанах Эдуард Сизак. На контрабасе Сергей Корчагин. Спасибо. На гитаре победитель, виртуоз, эрудит, гигант. Ну так. У него внутренняя сила страшная, очень жилистый. На гитаре Евгений Побожий. На фортепиано победитель вокального конкурса имени великой певицы Сары Вон, тоже который проходил в Америке, один из лучших конкурсов мира. Победитель его уникальный, выдающийся, невероятный Олег Акуратов. Большое, дорогие друзья, давайте аплодируем человеку, который отвечает за весь звук. Даже когда его нет, он за него отвечает. Это наш замечательный звукорежиссер Евгений Пацакайлик. Он за пультом в галстуке. Единственный звукорежиссер в России, который носит на концерте костюм с галстуком. И его, да, Евгений Пацакайлик, и его помощник. Пока без галстука, но тоже в костюме. Евгений Артемкин, дорогие друзья. Дорогие друзья, еще раз давайте поаплодируем Екатерине Колесовой. И Виктору Колесову, и всем тем, кто принимал участие создание этого великого, замечательного события «Блюз на веранде». Меня зовут Игорь Бутман. Зовите меня. Мы всегда готовы приехать к вам. Народный артист России Игорь Бутман. Где Вола, где-где? В доме, где резной палисад.
народный квинтет под управлением народного оркестра Игоря Бутмана. Спасибо большое. Олег Акуратов, Евгений Побожий, Сергей Корчагин, Игорь Бутман, Эдуард Зизак, Евгений Пацикайлик. Спасибо большое.
Большое спасибо. Эдуард Зизак, Сергей Корчагин, Олег Акуратов, Евгений Побожий, Сергей Корчагин. Эдуард Зизак. Игорь Бутман. Большое спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч на веранде. Блюзом.